Каждый человек, который увлекается парфюмерией, знает о таком магазине, как Rendezvous.ru. Это интернет-магазин оригинальной парфюмерии и косметики. Если вы приобретаете что-либо на Rendezvous.ru, примените мой промокод 10PARF, и тогда ваша покупка станет еще дешевле на 10%. Главное соблюсти одно условие. Надо, чтобы в корзине было продукции больше, чем на 2500 рублей. И тогда, даже если в вашей корзине будет что-то уже по акции, уже со скидкой, все равно дополнительная скидка по моему промокоду 10PARF, он на экране, сработает. Правда, есть бренд-исключение, Марк Антуан Баруа, но зато на все остальное никаких исключений нет. Rendezvous.ru – это регулярные, постоянные акции и скидки. Это какие-то специальные предложения, это дни брендов, это уникальная возможность познакомиться с различными ароматами, если вы приобретаете их в аромабоксах. Аромабокс – это наборы из 8 пробников по 1,5 мл, разделенные по времени года, по знакам зодиака, по брендам. В общем, заходите на rendezvous.ru и выбирайте сами, и осматривайтесь, находите, что вам нравится, и приобретайте, не забывая про мой промокод. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете задать эти вопросы поддержке рандеву либо в мессенджерах, либо позвонить по телефону. И еще один есть важный момент. Можно платить не сразу, а разбив платеж на несколько равных частей. И это удобно на самом деле. Удобно для того, чтобы наши хотелки парфюмерные как можно скорее оказались у нас дома. Rendezvous.ru. Не забывайте про промокод 10PARF. На старте, на самом старте, он такой легкий, беззаботный. Да, может быть, немного в какую-то девичью сторону или... Нет, все-таки я скажу так. Невзирая на то, что очень многие на той же самой фрагрантике говорят о том, что этот аромат с уклоном в феминную сторону, мне кажется, это не так. Вернее, даже не кажется, я настаиваю на том, что это не так. Это абсолютный унисекс. Потому что старт у него действительно легкий, достаточно беззаботный, приятный, цитрусово-ягодно-пряный. Вот как-то так. Очень кайфовый старт, прям очень кайфовый, беззаботный такой позитивный старт. А потом, когда аромат раскрывается, и когда он переходит уже в состояние базы, когда мы уже слышим вот его уже подышавшим, раскрывшимся, пожившим на вашей коже, по мне так он вообще становится больше в мужскую сторону, потому что из такого беззаботно легкого игривого аромата он превращается в запах, или давайте говорить все-таки в аромат, потому что аромат – это благородно, запах – это когда что-то просто пахнет. А здесь прям речь, конечно, о благородном аромате. Он превращается в аромат такой копченой древесины, не абы какой, а именно такой горелой деревяшки. И эту горелую деревяшку пропитали таким карамельно-ванильно-горьковатым сиропом, что в старте хорошо, что в базе очень красиво. Бренд называется Linari, а сам аромат я полчаса назад учил вместе с Google Транслейтером, как произносить это название правильно на итальянском. Но сейчас поймал себя на мысли, что я не помню. Называется он Angelo de Fiume. Как-то так. Или Fiume. Angelo de Fiume, наверное, вот так больше по-итальянски будет правильно. Удивительная на самом деле история связана с этим ароматом. Во-первых, бренд сам немецкий. А парфюмер Марк Бакстон, англичанин. Совершенно я бы никогда в жизни не догадался о том, что этот аромат сделал Марк Бакстон, потому что у Бакстона все, что я пробовал, я, конечно, не пробовал всего, что сделал Марк Бакстон, но то, что я пробовал, оно с таким настроением немного артхаусным, как бы. У Бакстона такие сложноватые ароматы. А здесь как будто бы Марк Бакстон создавал этот аромат играючи, с какой-то иронией. Ну, не знаю, потому что вот старт совершенно не бакстоновский. Он какой-то, ну, прям не бакстоновский. А вот к базе уже, да, уже там уже подверты начинаются. И если глядеть на пирамиду, кажется, что он прям вообще для девочек. Ничего подобного. Особенно в базе. В базе горелые деревяшки с горьковатой ванилью и таким плотненьким карамельным сиропом. Это вполне себе унисекс и даже может быть за счет этих горелых деревяшек где-то даже может быть в такую элегантно мужскую сторону. И самое главное, что я вам хочу сказать, это один из тех ароматов, которые
заставляют, провоцируют, в самом хорошем смысле заставляют, в самом хорошем смысле слова провоцируют на творчество, лично меня. Мне прямо захотелось взять камеру, выйти из дома, поснимать красиво этот флакон, я это сделал. Я, короче, поехал на Обское водохранилище, подумал, что я там красиво сниму этот флакон, начал снимать и понял, что у меня как бы получается не то, что я хотел, не то, что я у себя в голове нафантазировал. Но с другой стороны, я подумал, елки-моталки, но этот аромат меня заставил выйти, он меня заставил что-то делать, он меня заставил заниматься творчеством, поэтому в этом уже заключается кайф. И я решил вам все равно показать, что получилось. Deixei de me importar com o que acontece na TV. Assim eu posso observar as cores que vêm colorir. Sou deslocação demais, só questão de imaginar. Laroê, roiá, roiá. Presta atenção no brilho do luar. Nesse transe fixo meu olhar, abrindo os braços para flutuar, me leva onde ninguém mais irá levar. Eu vou, então vem. Вот такой это аромат Linari Angelo di Fiume. Классная вещь, прям здоровская, очень меняющаяся со временем. И это как будто бы два разных аромата от момента старта до момента его угасания. Как будто два разных аромата, как будто бы прям аромат вам действительно своим звучанием рассказывает какую-то историю. И для меня он ценен тем, что, собственно, он меня вот спровоцировал на это творчество. Я понятия не имею, как я к нему буду относиться, например, через год. Я понятия не имею, насколько я часто его буду носить, потому что в последние дни я носил его очень много, не потому что он как бы в душу запал. Не знаю, какие у нас отношения будут с ним складываться дальше. Но только уже за то, что он заставил меня, спровоцировал меня что-то такое поделать, уже только за это у меня он в какой-то особой категории находится. Вот. Спасибо большое, что посмотрели этот... Я даже не понимаю, это обзор или не обзор. Это эссе. Это эссе на Linari Angelo di Fiume. Спасибо большое. Пока.